мы едем? Зачем мы едем? За очередной машиной. За просмотром очередной машины. Что тебе рассказать? Как мы едем за машинами сейчас? Как я дошел до жизни такой? Да никак. Никак, Денис. Просто я решил, что трогать машины — это мое призвание. Кому-то нравится трогать людей, мне нравится трогать машины. С женщинами не повезло. Да, женщинами не повезло. С машинами везет. Они доступны. И не упекут тебя за домогательство. Резкий поворот налево. Вот. Какие виды смотрят? А, заколебали эти виды уже, если честно. Я бы куда-нибудь в тайгу, в лес уехал. На реке собирать, жить. Орехи. Да. Но там машин нет, видишь? Поэтому любовь к машинам меня только держит в этом городе. Здесь очень много машин. Есть что пощупать. Ой, мы сейчас из Нейбута выезжаем в районе Зеленки. Наш любимый авторынок «Зеленый угол». Там тоже очень много всяких интересных машин. Не, есть хорошие. Это такой рынок, где тебе приходится делать выбор. Либо ты берешь целую машину с огромным пробегом, то есть она там будет со скрученным, и оценка у нее будет вообще шикарная. Либо ты берешь с маленьким пробегом, ну, битую. Ну, и опять же, я придерживаюсь того, что, в принципе, на Зеленке можно купить машину, нормальную машину. Просто нужно искать и нужно проверять. Для этого есть много всяких прикольных приложений, типа Аляда, да? На сайт заходишь, там есть все аукционники. Звучит как реклама Аляда. Там есть аукционники, они в бесплатном доступе. Если машина приходила недавно, там, то есть меньше 3 месяцев здесь, она будет в бесплатном доступе, ее можно будет найти. Если же она больше, ну, соответственно, с ней, скорее всего, что-то делали, возможно, даже красили, ну, как обычно это бывает. Ну и поэтому за нее придется чуть зачехлить 500 рублей. Но зато у вас будет целый аукционник, вы потеряете 500 рублей и не потеряете там 700, а то и больше 1000 рублей. Ну не купите себе утопленник там лишний раз или еще что-нибудь такое. На Зеленке можно купить машину, можно поискать. Можно обращаться опять же к автоподборщикам. Их сейчас в нашем городе очень много, прям очень много. Но это в последнее время это прям модно. Конечно, модно. Это как моя баклажановая шапочка. Где она там? Это все очень-очень модно. Что, хочешь биодет? Мне кажется, так будет не очень серьезно. Ты выше приехал на... Надела с ней на стрелку. Нам вообще в голову потерял. На басике в мороженщиках. Ага. Но вы точно в истерике билы. Вместе с Максом. Я хотел, мне запчасти как раз надо забрать. Кстати, там клиенты пишут, вообще отбоя нет. Особенно с автопрямой. Рили. Кошмар. То никто не писал. Я сегодня утром ел пряники, никого не трогал. Тут началось. Звонки вот эти вот прям. Вопросы. Максим, а как, а что, зачем, почему? Ой, кому-то пришлось самому писать. Сами же не пишут. Стесняются некоторые. Боятся. Максиму напишут, спросят, и... а мне не пишут. Приходится самому доказывать, что я именно от него, понимаешь, написал. Что мой номер дает, всем пишет, прям цифра в цифру, не ошибается. Ладно, это все реплика. Зеленый угол. А, светофор, зараза. Можно купить достойную тачку на зеленом, на зеленке. Ну, по крайней мере, если у тебя есть, как бы, мысля купить хороший автомобиль, беспробежный, в принципе, но у тебя нет времени ждать и, как бы, там можно чуть-чуть с ценой, конечно, лопухнуться, волей-неволей, потому что доллар, зараза, нестабильный. Да и зеленщики у нас тоже, они поднимают цену под стать баксом. Вот тебя тут. Ой, извините. Максим дернул просто. Так вот, бакс растет, зарплаты не растут. Соответственно, зеленщики что делают? Они тоже как бы поднимают цены за машину. Им как бы в этом случае больше повезло. Они привезли по одной, продают уже по более завышенной. Как-то вот так вот. Живем в России, все в рублях, а в долларах. От доллара зависим. Кошмар. Обидно. Тоже вот эти старые машины. Раньше марка можно было хорошего купить за 1200. А сейчас ты за 200 покупаешь то, что мы видели. Неплохая машина, в принципе, как бы. Покататься пойдет. Просто я уже очень много видел марков.
и они в основном все вот такие. Я надеюсь, что сейчас, за которым мы едем, он хороший. Ну, что-то адрес сильно знакомый, Бородинская, 28. Хоть спросил, кто хозяин по документам. А это наш Руднинский знаменитый мост. Здесь постоянно пробка, как назло. Многие люди утверждают, что он может рухнуть в любой момент. А ты в это веришь? Я? Здесь все возможно. Мы же в России живем. Скажешь, здесь что-то ломается. Смотри, какой морчок есть. Смотри, вот, вот это да. Может, лучше такой разыгрывать? Тут за 200 тысяч можно такую пушку купить заряженную. Нам будет Максим, мы с ним накинули. 80-й марк. Посмотреть тоже. Извините. На одну цифру ошибся. О. Контрольный пакет акции Автопримурья звонит. Алло. Чего ты звонил? Я хотел спросить, ты спрашивал у человека, хозяин он по документам или нет, вот к которому мы едем? Нет, не спрашивал, а что это? А он не говорил, это стоянка или нет? Перекупская, да, наверное? Ну, понятно. Наверное, ну, давай посмотрим. Я там, давай. Не, ну там, кстати, есть нормальные ребята, которые берут нормальные тачки, потихонечку их там подделывают. Ну, прям не сильно. Ну и пускают в массы. У перекупов тоже можно найти нормальную машину. Есть просто прям такие перекупы, которые вообще не заморачиваются. Они покупают тачку, ничего в ней не делают, просто ее, ну, помоют. Там слегка там что-то там, ну, шагреньки уберут и все там, ну, полирнут на крайняк и продают. Я сам битые машины вожу просто, тоже, ну, себе, сам пробую, но стараюсь, то есть мой критерий такой, что возить машину битую можно, но тут плюс какой? Маленький пробег, и искать нужно, чтобы не были взорванные подушки, то есть целая безопасность и только не утопленник, с утопленниками потом проблема. Все можно пробовать, и оно все познается в сравнении, в принципе, то есть лучше спрашивать у людей, которые как бы уже попадали, да, на это, то есть они привозили себе, то есть как бы для пробы. Я вот привез, потому что, ну, битая машина, она дешевле, и можно взять с маленьким пробегом. Да, у нее будет слегка там, можно просто искать такую машину, чтобы у нее была подбита навесуха, например, только навесную, ну, там, без какой-нибудь жести, там, знаешь, там, мотор в салоне, там, мозги на потолке. Такое бывает. Кстати, американские машины в этом плане прям всякие здоровые, вот эти вот Кадиллаки, там еще что-нибудь. Я на одну разборку приезжал покупать запчасть. Дверь тоже на какой-то американский джип, не помню уже на какой. Но факт в том, что они машины везут оттуда, из-за бугра, да? Они их везут дешево. Почему? То есть они их везут битые. То есть уже на запчасти они их везут битые. И я не раз видел, как в салоне, то есть там, то есть салон уделанный прям человеческими вот этими вот, то есть мозги, там кровь. У них почему-то у них спидак зависает там на 100, 130, 140, то есть огромные скоростя, но подушки не срабатывают, подушки целые, понимаешь? И ты приходишь, смотришь, на потолке такая прям, ну, кого-то помидоры, мешок с помидорами размазали, такой прям вообще жесть. Да, в смысле, вот это такие, это такая вот есть, я был на такой разборке, я видел вот эти вот вещи, это, я думаю, да как так? У них вроде бы и тачки, и качество, да, вот вообще, в смысле, американская тачка, там объем, мотор, вроде бы думаешь, как бы, можно же, ну, нормально делают, там, как так, безопасность не открывается на таких скоростях, то ли она забывает стрельнуть, я не знаю, в курсе, огромная скорость, зачем? Это просто яма, бак, стена. Не, грустно на самом деле, кто-то же умер под это дело. Они привозят и продают. Ну а чё? Она же теперь на запчасти пошла. Красиво. Да, вот. Это не стоянка. Это сервис. А? Это сервис. Это рили хози. Полазить, посмотреть. Какие проблемы, Серега? Никаких. А что, что-нибудь резалось, пилилось? Не пиленые, мененые пороги. Пороги только, пиленые, да? Пиленые, он же вон переедет. Опять же, есть полные фотки, как все это сделано. Угу. Все сделано
очень конкретно менялся стакан. Стампон. Да, что мне понравилось. Короче, брали под проект, да? Скажем так, я не собирался его продавать. Что заставило? Все хочу свежее. 150. И с ним что-нибудь такое сделать тоже, да? Интересное. Ну, по точкам, да, все как это, как надо. Ты можешь сам даже посмотреть. Я вижу. Я тебе говорю, я могу тебе просто тебе показать даже фотку, как все это делалось. Угу. Есть и фото, и видео, полный отчет. Конкретно этот мотор поставлен 4 месяца назад. На родной блок полностью все собрано. Угу. Это GE, башка. Увеличенная степень сжатия до 11. Слушай, а по цвету ты его не вписывал? Вписан. Все вписано. Это шоколадный. Угу. Прям шоколадный. Угу. Шоколадный. Ах, как чудно! Как чудно! Землю мотали тоненькие нити. Нити параллелей и зеленых рек. Совершите чудо. Хорошо, хорошо. Я все верну на место. Не, ты внутри смотри, внутри, что усилитель не сильный. Я сейчас жопу разберу там. Сколько за перекрас отдал? Сам красил. Души не чаял, вкладывал. Тут продаешь. А можешь даже багажник больше, дернуть? Даже больше, чем. Под нище замени, могу тебе коврик дать. Не, я возьму. Видишь, просто вся история машины есть в свободном доступе. Угу. Поэтому я ничего не скрываю, все как было. Ты... Если заинтересуешься, почитай. Интересно. Да, по жесткости такой целенький, по внутряночке. Слушай, а этот есть? Тут просто надо это снять тоже, поснимать. Поставлю все назад. Давай проще пол уберем. Ну давай пол. Это будет гораздо проще, чем снимать. Щеки поснимать бы тоже можно. Давай салон. Надо снять. Салон? Да, салон. И что, приезжают, смотрят, что говорят? Я по большей части мозги не буду. Слушай, я уступать не буду. Ага. Ой. Не. Стой. Так, складывай. Слушай, полочка даже аккуратненько сделал. Что, давай на нее? Или как? Фига себе, какая запаска матера. Банан. Банан. Так, выключим сразу, объясняю почему. Может у вас заглянуть, арки катались. Арки катались экстремально. Сам понимаешь, машина в этом месте расшивалась. Ну, я видел. Да. Там полностью все сварено, четенько сделано. С дилером эти проложены. Все это сверху закрашено. Что у него по ПТС-ке? Сколько хозяев? Дубликат? Так много было. 42 ПТС. Смотри, как они сделаны. Да здесь как бы мы до этого стреляли машину, там не так красиво все было сделано. Я тебе говорю, это все делалось для себя. Я тебе больше скажу, ты знаешь, как все это делалось? Вот сюда, получается, потом пластинка вот такая варивалась, ну, потому что шов расходился. Угу. Герметик разводился для нанесения кистью, с пистолета напылялся толстый слой, понял, да? А потом уже два слоя антигравия. Ну здесь так, конечно, можно было это поаккуратнее. Не стал, чтобы много шпаты не было. Угу. Короче, тут больше железа, поэтому да, все здесь так... чисто железо. Тоже как бы видно, да, что граждан ну, железо не нет. Видишь, потому нет. Что видишь, здесь пузырь надулся, так. Из-за того, что раскатывали прям по экстриму. Здесь он надулся. Я вот туда не стал втапливать, чтобы не было здесь шпатли. Тут видишь такое, ну пошарпанное все достаточно. А ты сними, увидит камера? Должна. Ну,
Короче, как бы. Это считается нормально, да? Ухоженное дело. Какие? Тебе нужно 10-й катку поставить, пошли. Ну тут колеса, тюнинг. Че? Человек для себя делал, тут конечно. Тормоза. Ступицы полностью все заменили. Полностью все тормозные диски. Сзади стоит стабилизатор от турика. Если знаток, то знаешь, какая-то редкость. Слушай, ну. Только колеса чего стоят? Ты с колесами его продаешь, правильно? Да. Все, багажник складывай. Да, я тебе сейчас помогу. Видишь, как аккуратненько все тут сделано? Видишь? Объясню, почему белая подкапотка. Изначально я планировал его оставлять белый перламутр. Угу. Но цена на этот белый перламутр оказалась слишком космической. Поэтому... Чуть-чуть для себя. Поэтому мы его покрасили в цвет Volkswagen. Я давно себе хотел коричневый автомобиль. Слушай, ну по шпакле у него много вообще мест? Шпаклеванных. По сути, одна передняя дверь. Вот это вот, я опять же я тебе по фоткам покажу. Угу. Непосредственно возле крыла. Была вот такая немножечко заметка. Угу. Если есть чем пострелять, постреляйте. Конечно, есть. Максим, как вам автомобиль? Мне нравится. Вам нравится? Мне нравится. Вы готовы даже больше вкинуть? Нет, микрофон, пожалуйста. Мне его никогда моя нравится, я всегда готов больше. Ну, блин, ее жалко так на подарок. Смотри, сразу такой затроил. Слюни там вытри. Он пока ехал. Может, твой порик разыграет? Да идите в задницу. Я его люблю. Не отдам. Я говорю, форик, форик. Я на Мазда просит Мару его догнал. Правда, по пробкам. По пробкам. Я видел его лицо, да? Он снимал тебя когда-то. Я ее отжал у девушки своей. У нее черная, у меня баклажановая. Ну тут немножко, да, получается? Да, раз, да. Тысяча. Ну, в принципе, премиум. А так колеса весь она перекрас в основном. 1600. Ну немножечко прям есть. Ну тачка крашеная, что. Тут сразу видно все. И здесь. Короче, местами, да? Сам понимаешь, года. Ну да, еще. Хорошо, когда машина в руки в те попадает. За ней следят, красят ее, делают. Ну, продают. Сколько денег вкинул, если не секрет? В эти переделки не считал? Честно сказать, после 150 я не стал считать. А это было ровно 1.5 года назад. Ну да, сейчас это все дороже будет. Максим, мне кажется, после того, как у вас увидит этот Марк, чашки пощелкать, выложите, когда его, вам будут строчить. Дурак, покупай быстрее. Смотри, вот все, как оставался, вот здесь точки идут, да? Вот здесь отсверливался, изнутри весь отсверливался. Панель полностью снималась, заодно печка делалась. Ну, ты, наверное, читал, наверное, описание, да? Ты говоришь, вот здесь она отсверливалась, под жабой отсверливалась. То есть полностью вот эта часть. Я тебе говорю, я тебе фотки покажу, тебе сразу будет интересно. Да, нормально. Блестит, это красиво. Конечно, красиво блестит. Машина подготовленная, делалась для себя. Конечно, тут все крашеное, есть шпаклеванные моменты, есть такие вот косячки даже, видишь, на стопорях небольшие. Ну, как бы тут, как бы, ничего такая. А есть резиновый коврик? Коврик есть резиновый, чтобы под это, под днищем полазить? Я вчера задрал, сегодня. Ага. Ну да, есть такое. А пороги с донора, да, уваривал, получается? Мениной, конечно. Ну, с донора прям? Нет. Которая это? Полностью заказано. Дорогой, сейчас закончишь, я тебе фотосессию покажу. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Масло есть? Можно достать. Мотор деланный 4 месяца назад. Угу. Полностью. До каждой последней резины. А что, заведешь? Тут же видишь, в чем прикол. Там же много лишнего же на этом моторе. Прям видишь, например, пятую форсунку я убирал. На рейке там убирал лишний выход, здесь переваривал. Один GGE. Ага. Что тут? Все поставишь, сколько?
старой школе. Гришок, кстати, есть, когда она постоит 2 часа, но она заводится. Не разбирался почему? Трамблер? Не трамблер. Топливная система? То же самое, да, также заводился? Датчики все поменены. Насос клапан тоже? Клапан обратный поменен. Насос уже с ГТЕ стоит. Вот я говорю, вот именно когда именно она постоит 2 часа. Постоит точно, легко заводится. Заведем, в течение часа легко будет заводиться. В чем причина? Блять, я, короче, так не нашел. Че, форсы не? Музыку еще делал, да, или что это? Или это разминусовка? А, нет, ну музыка. Там уже угу. Все переделал. Ничего такое. Что там в номерограмме интересно, какой он был вообще? Там есть? Я или помню, там номера уже менены? Там даже в номерограмме даже видно, как он бипит. О! Максим, вот вам чистый автомобиль. С достойной историей. Вы говорили, все в жопу битые, все в жопу битые. Ну, в основном. Это есть тот 1%, да? Ну, типа того. Ну, тут, видишь, все более-менее, что сделано. Сколько она у тебя уже? А, на тебе на учете. Живи. Угу. Жена вместе со мной здесь, как бы, не проблема. Я понял. Какой был? Угу. Кемеровская область, Кемерово. Добрался до него, видишь, человек? Вот ланжик, почему был мененный. Пробег 175, 295, ну понятно, с пробегом фарш. Миш, здесь 295 пробег, ну 175, уменьшился, а тут опять на 5 побольше стал. За 140 продавался, 173. Сейчас у него сколько пробега? Цена 250. Что там, что там, что там? Да не, все нормально, что по пробегу только там не соответствовал пару раз. А так, ну, деланная тачка. Ну, ты сам что считаешь? Тебе нравится? Мне нравится. Денис там. Где-то плачет один Денис. Где-то слюной капает на камеру Денис. Ой, Диса. Че у него сейчас пробег 75? Да боже, упаси, свежий прибор. Я понял. Такой читаю. 75. Господь с нами, свежая приборка. Музыку сделал, все сделал. Можно посидеть? Че? Что тебе? Даже на электропривода на сиденье. Максим, даже электропривода на сиденье. Я это уже оценил. Слушай, если бы я его купил, ты наоборот? Микрофон закрыл. Там идет договор. Он договаривается, чтобы вам, дорогие подписчики, эта машина досталась кому-то бесплатно. Ну, вообще, марк хороший. Нравится? Не, ну чисто, он весь сделанный, да. Делан аккуратно, он ухоженный. Как бы, в принципе... Да он бесплатно вам достается. Че я перед вами распинаюсь? Не, вообще, ну так, мелочи, ну вообще такое, ну что. Ну, он, видишь, чисто для себя сделано и вообще хорошо. Ну, вообще вот аккуратно. Ну, это корч. Что-нибудь сломается, начнется потом. Я это переделаю, я буду поставлю другое. А так человек для себя сделал, круто, старался. Приборка хорошая стоит. А на сидушке это вообще... Почему такой выбор, ну, двигателя, почему не турбо? Чтобы машина была продаваемая. А, ну да.
Все-таки где-то в глубине души ты хотел ее продать. Ничто не вечно. А прокатишь? Вечер. Сейчас пока работаю. Еще нельзя, да? Ну, понял. Мы вечером прием кататься? Вечером никак, у нас баня вечером. Вечно. Никто не слышал. Ну, в случае ПТС, все это у меня дома. Все дома, да. Ну, надо будет, да. Баня по понедельникам уже 3 года. Что? Меня поэтому спину перестала прихватывать. А меня не зовет. Может, так? Ты с нами в баньку? Совесть заиграл. Ну, можно. В Хабаровске говорят, модно в баньку ходить. Я заодно берите. Поехали, поехали вместе. О, смотри, смотри, смотри. Ярый участник. Жди, у лица никто не видит. Нагреется, по газу увидишь, что не грязно. Не, я понял, понял. Он еще не нагрелся? Как перебовка мотора есть, тоже все. Ты на видео, на фото. Ну, ты заморочился, конечно. Ну, видишь, я сам работаю, я не успел. Ну, да. Я говорю, я его делал не здесь, я его делал в Кемере. Я там свой сервис. Сюда по нужде переехал. Че, по ходове? Мне дали бюджет, сюда переехал. А-а-а. Здесь вообще делать ничего. Ничего не гремит, не брякает, да? Слушай, а если что, его можно будет это? У вас тут на яму загнать. Без ну, в смысле, на подъемник, да? Без проблем. Максим, вы как? Отлично, да? Ну, более подробно уже. Я только за. Вот. Сейчас он погреется чуть-чуть. Ну, что-то еще хотел спросить, я забыл. Уже появился. Это старость. Газанешь? Ну не говнит. Мягенько работает. Че? Мягенько работает, не говнит. Ну что, друзья, спасибо вам, спасибо Максиму. Я посмотрел, нашел. Я передумал. Хороший автомобиль. Я передумал его разыгрывать, я его хочу ставить себе. Да, все. Да. Оставлю себе. Хорошая машина, готовленная, крашеная, сделанная, деланная хорошо. Пороги сделаны, арки сделаны, прокатаны. Ну, есть, конечно, местами там кому-то может что-то не понравиться, шагрень или еще что-нибудь, но это мелочи. Дареному коню. А уксус как там? Сладкий. Сладкий, всегда. Да, когда бесплатный. Как бы, в принципе, что, машина хорошая, много прикольных плюшек. Тут колеса только что-то, салон. На самом деле, вот в эту тачку валено денег, ну, нормально. Человек просто перестал считать. У меня несколько было в жизни проектов, не касающихся машин. Я делал, 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 потом просто переставал считать. И этого человека, хозяина этой машины, я понимаю, я вижу. То, что, ну, может быть, конечно, там будет какой-нибудь подвох, но я у человека чуть-чуть немножечко хитро спросил, а может ли он потом нас навестить несколько раз и рассказать про свой автомобиль. Я думаю, это маслица в огонек-то подольет. Подожди, да? В огонек масло, да? Ты втихаря, в смысле? Пока мы смотрели, воспользовался моментом и спросил? Ну, конечно, я же разговаривать умею, мне же рот открывается иногда. Я в машинах-то нифига не понимаю, это ж ты у нас, понимаешь, да? Ну, машина нормальная, можно взять, поездить. Только главное, чтобы попалась кому-нибудь. Не рукожоп. Нормально. Выиграет там чья-нибудь бабушка, например. Я там всех зарегистрировал там, да? Жену, ребенка. Внуку повезем, бабушку будет любить еще больше. Эта машина, после таких машин бабушек любит еще больше. Да. Вдруг выиграет. Так, друзья, ну что, мы пошли давать задаток. Реально? Да, все. Ты все? Да. Больше ничего смотреть не будем? Мы же еще не катались. Не катались еще? На яму заглянем. Серьезно? Конечно. Нам же, наверное, прогнать надо. Я ж себе. Человек не успевает. Я ж себе. Слушай, все, розыгрыша не будет. Почему будет? Почему не будет? Может, не надо? Мы же много еще роликов сделаем про автомобиль. Мы же будем показывать много плюшек разно. Разыграем вот этот. Вот. Да. Давайте напомним. А это себе А этот он у тебя будет брать кататься. Он тебе Хайса уделает, Марка уделает. Дэн такой. В углу.
слушай, ну, надо, надо покататься. Видишь, у него вечером, надо договориться с ним, прокатиться на ней и на подъемник загнать. Что, погазовали, но масло не плюет. Ну, что, так, дымок потихо есть, чуть-чуть. Но масло не плюет. Хороший. Ну, аккуратно. Что тогда поговорим? Аккуратно. Вечером кататься. Да, давай на вечер.